помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей. Молим Тебя, услыши, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о экзархе его Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Павле, и все его кресте братии наши. Богохраними стране нашей, властях, воинстве, народе ее, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся за всю братью нашу и за всех христиан. Утешительницы, токмо к тебе, о Богоматери, яко да сохранивши нас и покрывши во веки веков.
Господне на вас того благодатью и человеколюбие, всегда, ныне и присно, и во веки веков.